Ага, во. Еще там четыре вон родились на у той белки в белке. Того у меня будет 17 штук где-то. 17. Ну, 17 штук это мало, их убьют вот эти. У меня вот люди же дикие, они. Вот в природе собака живет, да. Они. Вот сейчас у нас говорят, вот, вот у нас вот у людях я вот одно только слышу. Бешеная собака, бешеный клещ, бешеный то, бешеный. А вы знаете, сейчас не клещи и не зараза бешеная, а вот люди бешеные, сейчас, бешеные. Они вообще бешеные люди. Вот, 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 вот их надо лечить, вот этих самых бешеных. А собак не надо. А что собака, она живет-то мало. Вообще она. Это вот цивилизация. Вот эта цивилизация, вот если разобраться в этом мире, да, вот цивилизация губит все. Все, все, все губит. Она думает, что порядок делает? Не, она порядки не делает, да. У нас вот, я люблю, например, вот знаете, какой порядок? Порядок люблю, да. Бардак, короче. Вот зайдешь бурелом в лес, а вот такой бардак. Бурелом, вот такой я люблю бардак. Во, вот это там. Природный. А ваш порядок, улицы метете, метите. Вон, афганик воевал один человек, меня жалуется, говорит, вот я получаю, мне 8 тысяч начислили. Да. Может, прибавляет что-нибудь еще, может, там ни разу-то не стрельнул. Да. И то, сейчас же люди большинство-то врут, они правду никогда не говорят. А я вот, например, правду говорю, мне вот никто не верит. Скажешь правду, да? Не, не верят. А вот если ты скажешь, вот я убил человека, вот это, они, ох, все внимание, вот это они верят. Вот. У нас вот человек как уверен. Я вот сейчас еще про куклу вот эту скажу, как вот эта кукла называется. Ну, такую куклу, которую-то она там, ее делают, там такую. Не могут создать эту куклу